представить мне и другим, как просто сказать себе: вот с ним я и совместим. Но нужно научиться в реальном на мире жить. Для этого и представлен к нам ангел с нами быть. Как труден путь ангела, ближайшего свидетеля. Человеку ждала и развлечения. Ангелу хотелось в уста вложить слова кроткие, а он произносит слова совсем враждебные. Так ангел ближайший помощник есть над человеком. Когда дает он крылья, то мы парим над планетой. И мы не можем видеть боев, следов, протяжения, где ангелы ведут борьбу за наше сохранение.